Добрый день, господа. Позиция «Волшебный вертолетик». Это детская игрушка. Работает она от трех пальчиковых батареек. Лопасти здесь абсолютно безопасны для ребенка, потому что сделаны из пленки. Они мягкие, ребенка не ударят. Думаю, эта игрушка будет также интересна родителям. Сейчас я продемонстрирую, как она работает. То есть, увеличивая скорость, рисунок будет меняться. Вы сами можете его корректировать просто приостановкой или дополнительным ускорением лопастей. Вот такая вот вещь. Всем удачных продаж!